Бомбоубежище в Хабаровске, в Хабаровском районе, в Хабаровском крае. Сколько их? Где они находятся? В каком они состоянии? Очевидно, часть сдана под коммерческие задачи. Часть находится в непотребном состоянии. А главное, знают ли об этом люди? Имеют ли они право об этом знать? Не закрытая ли это информация? Какие категории граждан пользуются такими бомбоубежищами? А какие категории граждан пользуются такими бомбоубежищами? Ну, не будем нервничать и не спеша во всем разберемся. Вы знаете, где находится ближайшее к вашему дому бомбоубежище? Нет. Да. Вы не знаете? Нет. А вы знаете? Нет. Да, знаю. Прям за домом. Без понятия. Нет, не знаю. Не знаете? Нет. Понятия не имею. Нет. Здрасте. Здравствуйте. Мы вы хабаровчане? Да. Ну, где находится, не знаете, нет, да? Не знаю. Не встречались, не сталкивались с этим вопросом? Ни разу. Нет. Не знаете, да? Без понятия. Я знаю, на территории технологического колледжа есть. Ближайший отсюда. Вы в каком районе живете? В первом микрорайоне. Там где-то поблизости вы знаете о нем? Знаете, да? Нет. Ближайшее нет. Возле 56-й школы. Там вы знаете, да, где-то? Да, нам учительница рассказывала как-то в школе. Нет, не знаю. Знаете. Да? Я не с этого района. А в каком районе вы живете? В Краснофлотском. Там тоже вы не знаете? Нет, да? Не знаю, честно сказать. Не знаю. Вы не знаете, где находится ближайшее к вашему дому бомбоубежище? Нет, не знаю. Нет, нет. Я не местный. А откуда? Я с Красноярска. Там у себя знаете? Да. Мы не с этого города. Да. А вы с какого? Мы гости. Мы гости. А у себя в городе знаете? Конечно. Вы знаете, где находится ближайшее к вашему дому бомбоубежище? Нет. 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 У меня на работе. Нет. Нет. Не задавались таким вопросом? Нет, оно вообще есть? Ну, оно же должно быть где-то. Не, ну вообще должно быть. Но вы не знаете? Нет. Где находится ближайшее к вашему дому бомбоубежище, вы знаете? Нет. Нет. А вы? Нет. Скорее всего, прямо за домом я видел парочку. Без понятия, если честно, даже не знаю. Не задавались таким вопросом? Задавался. Но не знаю. Но не знаю. Нет, не знаю. В каком районе вы живете? 19-я школа. Там не знаете, не интересовались? Ну, когда-то в детстве говорили, что под школой есть, якобы там военные годы, там нечто подобное было. Но... Сейчас не знаете? Сейчас да? Не знаю, что там. Честно говоря, нет, а зачем? Нет, не знаю. Не интересовались? Нет. Честно, нет, не знаю. А нет, наверное, было раньше на Блюхера на площади, но это не точно. На втором Хабаровске я знаю бомбоубежище ближайшее. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Оно мне не нужно. Мне интерес этот не актуален. Нет, не знаю. Не интересовались? Нет. Нет, не знаю. Я недавно переехала, не знаю. Нет. Понятия. Где находится ближайшее к вашему дому бомбоубежище? Знаете? У меня в подвале, скорее всего. Работает, нет? Нет. Под коммерческий магазин взят. Да, конечно, все затоплены. Их нет. Где находится ближайшее к вашему дому бомбоубежище? Вы знаете? Я не знаю, где мой дом. В каком районе живете? На Базиков. Там не видели, не встречали? Нет. Нет. Не знаю. Без понятия. Нет, не знаю. Ближайшее к моему дому бомбоубежище находится у меня во дворе, я знаю где. Не знаю. В нашем дворе что-то там стоит. Вот, ну и даже не знаю, это бомбоубежище или нет. Нет, конечно, не знаю. Нет, не знаю. Я из города Комсомольска. Там не там, знаю. Где живете? Там не знаю, если честно. Понятия не имею. Вот этого я не знаю. Нет, к сожалению. Ну, вообще есть семиэтажная на минус этажей. Это находится около площади Блюхера. Угу. Ну, вот это основное. И еще где-то есть около Дзержинского 72.
Нет, мы такого не знаем. Мы местные. Мы не местные. А там, где живете? У нас нету такого. А в каком городе? В Дальнереченске. А, в Дальнереченске. Да. Ну, то есть не интересовались, может, есть? Нет. Не слышали? Нет. Нет у нас бомбоубежища. Да, ну не может быть такого. Ну, есть старые военные, которые там заброшенные. Ну, то есть они просто в заброшенном состоянии. Вы знаете, где находится ближайшее к вашему дому бомбоубежище? Нет. Бомбоубежище знаю. Есть бомбоубежище вот в том доме по Тургенева, вот пятиэтажный дом. Угу. Есть по Шевченко 4, жилой дом, бомбоубежище. Есть вот в этом доме по Тургенева бомбоубежище. Это было бы времена, когда противостояние СССР было. Тогда, да, мы знали, нам говорили в школе. А сейчас зачем? Нет. Нет, не знаю. Нет. Нет. А в каком районе вы живете? Ой, ну, примерно знаю, но там, не знаю, пускают, не пускают. Широнова, вот, Карла Маркса. Извините, я не местный. А там, где живете? Там, где живу, нет, не знаю. Не знаю. Нет, не знаю. Девчата, знаете, где находится ближайшее к вашему дому бомбоубежище? Да, на Шевченко 4. Отлично. А вы? Нет, я не знаю. Нет, не знаю. Прямо под моим полом? Не знаю, никаких бомбоубежищ. Нигде рядом. И нигде надписи нету. Хотя должна быть. К моему дому ближайшее. Понятия не имею даже. Нет, не знаю. Я не местная. А там, где живете? Тоже не знаю. Я на Бычихе живу. Там поблизости? Нет у нас. Я думаю, что нету. 300 метров где от дома. Это? В каком? Ванино. А, Ванино, то есть вы знаете, да, там да. Действующее все? Да. Да, возле больницы, третий. У меня возле общежития прям. А в каком районе? Яшина, 80. В подвале. Логично. О, нет, понятия не имею. Вы знаете, где находится ближайшее к вашему дому бомбоубежище? Нет. Не интересовались никогда? Нет, никогда. Нет. К сожалению. Районе? В каком районе? 19-я школа. Там не знаете? Абсолютно. Широнова 7. Принимается. Без понятия даже. Нет. Нет. Нет, ни разу. А, да, знаю, да. Ну, на Красной Речке, да. Есть. Есть. Там же. Какая же, да. Это улица автобусная, да? Автобусная, да. Ясно. Да. Спасибо. Но это секрет. Понял. А спасет ли оно, если что-то будет всерьез? Не знаю. Прям у меня по дому. Да, у меня в школе. В каком районе живете? Красная Речка. Видели, работает? Я там даже был в детстве. Она под спортзалом, бомбоубежище. Мы в детстве были туда, лазили малышами. Ну там склад был такой. Мы там все поломали, короче, там сейчас ничего вообще нет. Ну спрятаться. Оно есть. Оно есть, да. Не знаю. Да, раньше оно было в нашем доме, Муравьева, 29. Сейчас там находится магазин. Ну, то есть под коммерческие задачи. Совершенно верно. Где находится ближайшее к вашему дому бомбоубежище? Знаете? Нет, не знаю. Понятия не имею. Нет, конечно. Не интересно. Ну, я знаю, но они просто уже закрыты. Нет, не знаю. Я знаю, есть возле улицы Ленина. Там есть бомбоубежище. Это я точно знаю. Мы там были. Нет. 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 Нет, не знаю. А вы не знаете, где находится ближайшее к вашему дому бомбоубежище? Хороший вопрос. Главное актуально. А ближайшее? Ближайшее нет. 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 Нет, не знаю. А в каком районе вы живете? Ну, я живу в Пикероде, Хабаровск. Там, мне кажется, у нас вообще ничего нет. А у меня в подвале. Да нет, конечно, не знаю. В каком районе вы живете? В первом. Нет, не знаю. Нет. Нет, не знаю. Знаете, где находится ближайшее к вашему дому бомбоубежище? Нет. Нет, не знаю. Нет.
Не знаю. А мы не местные, мы не живем. А где живете? На Сахалине. Там? Сам не знаю. Там не на сопку поднялся, не знаю. Нет, да мы тоже Сахалина. Все Сахалина? Нет, без понятия. Нет, конечно, я только недавно здесь. Нет. В каком районе вы живете? Ну, на Пионерской, около Броска, это индустриально получается. И не попадалось, не встречали? Mm-mm. Я даже об этом не думала, если честно. Львиная доля опрошенных не имеет представления о существовании бомбоубежищ. Где они находятся и тем более в каком они состоянии. Для того, чтобы получить квалифицированные ответы, мы направим редакционные запросы в профильные ведомства мэрии и правительства края. И в следующей программе «По факту» в прямом эфире мы постараемся получить на них ответы. Обязательно смотрите нашу программу. Вы можете сделать звонок в студию. Мы можем вывести ваш звонок. Вы можете задать вопрос эксперту.